Всем привет! В сегодняшнем видео буду декорировать вот такую свечу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Используя вот такое кружево, заказывала с Алиэкспресс. Оставлю ссылку. Такое украшение. Это для свадебной прически. Тоже с Алиэкспресс. Из вот одного получается три свечи. Главное — горячий клей. Этот клей я заказываю постоянно с Алиэкспресс у одного того же продавца. Он очень хороший в работе. Клеит отлично. Не отпадает ни брошь, ни украшения, ни бусины. Это как похоже на двухсторонний скотч, скорее всего. Очень хороший, ребят. Тут 30 сантиметров длина. Ссылка у меня есть под всем видео. Присмотритесь. И еще расскажу про пистолет. Этот пистолет у меня уже 3 года. Вы знаете, несколько раз я оставляла на целые сутки. Я просто поработала и ушла с комнаты. И думала, что я выключила. На самом деле он был включенный. И вот работает. Не течет абсолютно. Если когда вы включаете немножко пару капель, и все, и перестает течь. Отличный пистолет. Это того же марка, что и клей. Склеивать на свечу аккуратненько. Клей очень хороший, ребят. Не оставляет следов. Не тянется, не дает паутины. Так что смело можете заказать. Для мелких работ то, что нужно.